Еще один вопрос по Светлова 40, то есть здесь вот Катерина выступала первая, но вопрос по Светлова 40. Техническое состояние дома после полутора лет, после того, как его возвели, оставляет желать лучшего. Крыши бегут вообще во всех подъездах, швы просто там катастрофические, как сказать. То есть очень некачественная застройка, а людей туда переселили по программе федеральной переселения жилья, здесь, ветхого жилья, да. И по факту переселили людей из ветхого жилья в такое же, ну как бы оно не ветхое, но условия проживания там отвратительные. А если что... можно, дайте нам, пожалуйста, региональное отделение. Небольшое заявление, шпаргалку, потому что то, что вы поднимаете, это совершенно предметные вопросы.